В Москве проходил 10-й международный конгресс почвоведов. Ученые из 64 стран съехались на этот представительный форум, чтобы обсудить актуальные вопросы современного почвоведения и рационального использования сельскохозяйственных угодий. Заместитель председателя Совета министров СССР Нуриев огласил приветствие конгрессу председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Были заслушаны доклад президента Международного общества почвоведов, члена-корреспондента Академии наук СССР Ковды и отчет исполняющего обязанности генерального секретаря общества Боринга. На выставке достижений народного хозяйства СССР в эти же дни проходила выставка «Почвоведение-74». Экспонаты, представленные из разных стран мира, дали наглядное представление об усилиях ученых, направленных на дальнейшее повышение плодородия Земли, этого бесценного богатства нашей планеты.